начале октября в прессе распространились сообщения об уходе Юлии Михалковой из коллектива «Уральские пельмени». Представители команды прокомментировали эти слухи. Генеральный директор Евгений Орлов подтвердил, что Юлия Михалкова больше не будет участвовать в шоу «Уральские пельмени». В беседе с корреспондентами он рассказал, что артистка переехала в Москву, теперь будет работать над собственными проектами. «Мы с большим пониманием отнеслись к желанию Юли заняться личной и общественной жизнью. Очень рады тому, как у нее все складывается сейчас. Уверены, что наши зрители, как и коллектив «Уральских пельменей», пожелают Юле счастья и успехов». Ранее внимательные поклонники обратили внимание на то, что имя актрисы отсутствует на афишах шоу «Уральские пельмени». Они высказали предположение, что знаменитость могла покинуть юмористический коллектив. Напомним, в 2015 году из проекта ушел Сергей Нитиевский. Коллеги обвинили артиста в незаконном выводе средств. В 2018 году с командой перестали гастролировать Андрей Рожков и Вячеслав Мясников. Юмористы будут участвовать только в концертах в Москве и Екатеринбурге, а также в съемках для телеканала СТС.